Смотрите, тут можно стену пробить. Видите, оп. Все. Ушел. Смотря на твои страдания, я... Какие страдания, чувак? Я вообще не парюсь. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И давным-давно жили две расы, люди и монстры. Но однажды между ними началась война. Кому интересно, что это вообще такое, это игра, которая называется Amalgam Tale. После долгой битвы люди победили монстров. Не пропускай интро, в ней находится важная инфа. Нам тут пишут. Потом нас заточили на 5 лет. С трудом король монстров договорился с людьми. Нам дали город и сказали жить там. И почему на заднем плане играет саундтрек Папайруса, спросите вы. А сейчас о вас. Вы Максим Белов. Вы ушли на площадку, но там вас обидели хулиганы. Я так понимаю, автор, наверное, сам себе про себя игру снял, да? И вы случайно зашли в барьер, но в это время произошел пожар. Погибли все. Призрак вашей сестры Ани вселился в вас. Ну это все. Ну это вообще тебе не повезло, если у тебя вселился призрак сестры. Это полная жопа. Amalgam Tale. Кошмарная история. Значит, в этой кошмарной истории совершенно нет музыки, поэтому я играю сейчас под свою музыку. Я запихнул просто несколько саундтреков из Undertale в плеер, и они будут играть на фоне игры. Играть на фоне игры, да, кошмарная история. Поехали, Z нажимаем. Опять Z нажимаем, я думаю, я разберусь с управлением. Так, вот мы играем за такого очаровательного блондинчика. Максим Белов его, кажется, зовут, или как, черт его знает. И вот он ходит. Он ходит, он туда-сюда не может, наверное, да. То есть, получается, нам надо в центр, в дом. Давайте, проходим. Флауи, здравствуй! Флауи негр, почернел. Ой, тихо, в сторону. Душа, что душа? Душа, Билли цветочек. Пока, балбес. А че это я балбес? Че ты меня оскорбляешь? Я умный, посмотри на меня. Я, видно, что человек очень умен, черт возьми. Давай, проходим, так, вправо-влево можно? Можно, смотрите, вы взяли палочку. Палочка, это такое хорошее оружие, кстати. Вы знаете, вот кто-то вот сражается палкой, кто-то палочкой, а кто-то палочкой. Это вообще, это просто супермены. Супермены сражаются таким. Куда он так резко рванул-то, я не понял. Я просто нажал вперед очень легонечко, прям буквально на секунду зажал. Какое-то зеленое говно, тихо. Да, битвы тут, конечно, внезапные, надо отметить. Все? Так, все, наш Максим путешествует. Здание собак. Здание собак. Ничего себе туса. Мы играем за крутого вообще поцика такого, который, знаете, сленгом прям давит. Ну-ка, давайте пообщаемся. Давай пообщаемся со всеми с ними. А это вообще возможно? На Z нажимать? Ну-ка, я пытаюсь, у меня не получается. Не на Z. Ничего не получается. Кстати, какой-то... Что-то дырявый пес какой-то. У него там две дырки на туловище. А этот, походу, трахает пол. Замечательно. Салют, мужик! Аф-аф! Жуткий взгляд. Что за... Игра закрылась. О, гав! Она продолжается. Я не знаю, почему она закрылась в прошлый раз. За что не выйти? Почему? Я не виноват. Что? Что, блин? Чуваки, кто-нибудь объясните мне, что сейчас произошло? Что у вас там за дебил сидит за дверью? О чем он со мной сейчас говорил? Идемте дальше, короче. Идемте дальше. Сохранение. Ни хрена, сейчас. О, метатон. Привет, метатон. Метатон приближает. Ой-ой-ой. Так, сейчас. О, черт. Игра кончится. Ни хрена себе. Что-то метатон жестко меня сдрючил. Так, ну тут сохранение прошло. То есть мы сейчас будем повторять это дело. Давайте еще раз пробуем. Метатон приближается. И мы вниз и... Стоп, тихо. В эту сторону, да? Да это невозможно, блин, вы что, прикалываетесь? Я не запомню никогда. Надо запоминать, получается, последовательность того, как там вся эта гадость на меня летит. Вот давайте попробуем. Смотрите, он приблизился, мы опускаемся вниз, прям по центру меч, сбоку сюда, и, и вот там вот это говно, да-да-да, конечно. Еще раз. Блин, как же это тяжело. Сейчас. Так, давай, чувак, давай, жги. Я сейчас справлюсь, однозначно. Стоп, вот так вот. Я уже разваливаюсь, и мне нужна... Что тебе там нужно? Что мне нужна? Блин, я не понял, что ему нужно. Вот, я встал, видите? Твоя душа! Ему нужна моя душа, зашибись. Пока что я стою довольно удачно, он ничего не может мне сделать. Я его еще ударяю, еще... Эй, да я его просто ударял, блин. Я его просто ударял. И в итоге попался. Ах, ты мне надоел. Ты противный. Есть! Прошел! Я противный, но я прошел. Так, давайте-ка, ребят. Все, мне просто мимо него проход... Чувак, ты в порядке вообще? Я думал, ты как-то эпичнее закончишь свой путь. Ты просто разлегся. С
снежок пошел. Нормально. Мне в сторону идти? Туда вроде не могу. Не, могу смотреть, могу. Так, проходим. Наверх или куда? Повезло. Как же мне повезло. Кто это? Что за бред? О, боже, Санс! Что за... Нажми Ctrl, прыгай! А-а-а, сбросить, подождите, я ничего... Как же, говорит, мне повезло? Может, тут убежать от него? А, ну, понятно. Значит, выбора нет, да? Ну, повезло тебе тогда, гаденыш! Давай, я согласен. Там, кстати, какая-то музыка включилась, поэтому свою я сейчас отключу, секунду. Вот, отключаем. Так, пошла какая-то ихняя музыка, внутренняя игровая, они наконец-то ее вставили. Давай, поехали. Ой, она пропала, как назло. Так, Ctrl, Ctrl, блин, а я свою уже вырубил. Да что ж такое? Твоя душа теперь моя. Вслушайтесь в это. Потрясающе. Великолепно просто. Гениальный саундтрек, потрясающая полифония. А какие тональности, ребята, какие аккорды. Какое потрясающее крещендо. Мелодия шик, мелодия шик. Ну что ж, давайте пробовать, давайте пробовать. Так, прыгай до конца боя. Вот это все, что нужно делать. Прыгать. Но у меня не получается. Это невозможно. Это невозможно, ребят. Ну смотри, вот сейчас я хорошо иду, я прям четко... Ага, ну да. Да, только-только себя похвалил. И все через жопу. Смотрите, там потом последовательность нарушается. Там в какой-то ответственный момент самый нарушается последовательность. Они вначале идут одновременно, а потом один идет раньше другого. И вот как там разбираться, хрен его знает. Ну-ка. Вот пока что я иду хорошо. Что его там сейчас... Что его там сейчас задело? Опять сбросил. Блин, мне уже надоело сбрасывать. Я уже хочу, чтобы получилось. Давай, оба, оба. Есть. Хорошо. О. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот я сейчас далеко дошел. Я сейчас далеко дошел, но мне это, правда, особо сильно не помогло тоже. Смотрите, тут можно стену пробить. Я вот заметил. Вот еще раз показываю. Прикол. Раз, пробив... А, вот здесь уже нельзя. Странно. Но у меня получалось. У меня получалось, наверное, с другой только стороны, да? Вот здесь вот можно, видите? Оп. Все. Ушел. Я избежал опасности, как бы. Я где-то там снаружи, меня ничего не парит, да? Ну и окей, что я так... Так можно пройти или как? Я не понимаю. А хрень-то это, кстати, бесконечно. Надоело? Да нет, чувак. В таком темпе мне ничего не надоело. Давай, без проблем. Я так могу сколько угодно играть. Взял, хакнул игру по... Так смотрите. А это получается, что если бы я остался здесь, я бы через все вот это проходил постоянно. Они же вообще не заканчиваются. Вы посмотрите. Смотря на твои страдания, я... Какие страдания, чувак? Я вообще не парюсь. Я тебе говорю, все хорошо. Смотрите, это реально бесконечно. Это невозможно было бы пройти. Если бы я не нашел этот прикол, я бы никогда не справился. Твою мать, Enter можешь нажать, Z? Я не знаю. Я, кстати говоря, ты мне напоминаешь кое-кого. Смотрите, от него новые фразочки пошли. Ну давай, Санс, давай диалог проведем. Смотря на твои страдания... Так, сейчас у меня пошел там саундтрек от Muffet. Он, конечно, немножко, может, не в тему. Хотя, честно говоря, музычка подвижная, динамичная, как раз под стать вот этому действию. Это круто, смотрит он на мои страдания. ТТ! Что ТТ, блин? Что тебе ТТ? Надоело? Да, чувак, надоело. Знаете что, давайте вот оставим его. Оставим нашего Санса вот в таком вот состоянии прострации. Когда он не понимает, что происходит. Он думает, что он надо мной издевается, но на самом деле... Кто еще над кем издевается, большой вопрос. Потому что он тратит свои гастробластеры, свои кости непонятно на что. Вот на этом и за... Фу, блин, уже... А я уже думал, что это никогда не закончится. Вы смотрите, я уже прощаться хотел. Ну что, проходим дальше. Сестра, ну так, как ты умерла? Ты не узнаешь меня? Хм. Кто это сделал? Я. А, мы сгорели заживо. Так ее смерть. Наш дом поджег кто-то со страшной улыбкой. Бенди, наверное, мне кажется, скорее всего. Хотя, наверное, она имеет в виду Санса, да? Ну и что дальше? Туда, что ли? Котики! О, это давай. Где же ты, братик, мяу? Что за дичь? А ну-ка, сюда. Так, что здесь? Тоже котики. Тут котики, тут котики. Поговорить с ними никак особо нельзя. Проходимся. Быстрее, прячься. О, это он поджег дом со страшной улыбкой. Да, я чувствую. Ублюдок. Все, я спрятался. Нормально? Я могу выходить? Выходим, ребята. Так, сюда. Ну что ж, на этом пока все.
Ну, как обычно, покеда и поддерживайте меня. С вами был, как всегда, Purple Suns. И еще раз, пока. Ну а что, это было достаточно интересно. Согласитесь. Как бы, тут и сюжетец какой-то свой, и разнообразие, и котики, и собачки, и все, что хочешь, я не знаю. Круто было, круто, мне понравилось. И главное, мне понравилось, как я битву охренительно прошел. Вот бы можно было бы все битвы так проходить. Так, а что, я могу вот сейчас душой вот этой вот на финальном экране понажимать у них на головах или что? А ну, Санс. Не могу, увы. Ну ладно, давайте-ка сюда. Что это такое? Вот, смотри, зараза. Никакого уважения к душе. Сбрасывает меня. А, я уже не сбрасывает. Я как-то зафиксировался. Ну ладно, хорошо. Давайте на этом останавливаться. Что я могу сказать? Это было прикольно. Если вам понравилось, как и мне, то ставьте лайк, пишите что-то в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, нажимайте на поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.